красивый общий вид. А диски тормозные меняли, нет? Там колодки, а когда? Колодки, не знаю. Ну, вот сейчас, если делали весной. А, сейчас капот надо открыть. Говорить, могу на почту посмотреть. Или хотите, я может позвоню, спросите у него? Можете сами спросить, там, чтобы просто, знаете, там, примером, когда, что по срокам. Колодки, когда? Ну, по подъездке что-нибудь вообще такое, да, колодки там. Диски, колодки, подъездки. Ну, да, да, по подъездке так, за расходников. Ну, может, какие-нибудь рычаги там менял, не знаю, еще что-нибудь. У нас бампер передний красился. Тут болты откручивали себе. Крыло заводское, не красилось. Так, капот также не снимался, все заводской краски. Сдвигайся, пожалуйста. Чистенький. Вот немножко. Какой? Да. Или это самое? У вас бампер стоит немного не родной, слишком мягкий, провисает. Так, далее. На дисках есть коррозия. Ай, блин, горячие. Тормозные диски в порядке. Колодки еще немножко походят. Так, значит, по кузову у нас есть царапинки. Значит, красилась. Как не знает. Дверь пассажирская. Задняя дверь красилась. Также заднее крыло по правой стороне красилась. Тут вот. Видно даже след на камере. Не будет видно. Вот как терли от вышкурки слюны. Резина. Хорошо. Резина в сезон, конечно, отходит и все. А зимняя резина есть? Да, есть, есть. Давай, а, все, давай. Камера заднего вида. А камера заднего вида работает, да? Да, конечно. Так, я чуть не ее включите посмотреть. Я думаю, лучше мы тебе зад красилось крыло. И тут один след. Может, красиво, либо может, нет, скорее всего, это вот этот наш мастер так проводит. Через Питер, да, все-таки? Да. На задней колодке более, ой, диски тормозные более изношены. Так, по салону. Блин, лучше не подаваться. Тань, можешь попить? Конечно. Ты только смотри, закрытая там какая-то хорошая есть. Забирай ее. Стекла все родные стоят. Вот это затонированные это мелочи. Вон, нет, тут есть ключевой есть доступ там у них, да? Да, есть. Ага, это типа дверь открыта, да? Это так. Типа я ключ ищу. Ну, ключ, да, не, рядом, значит, не закрывается. Сиденье такие царапинки. Это какие в джинсы, что ли, сейчас или с кофтой садились, да? Наверное. Царапина. Есть, так, в основном все отлично. Ручка не натерта. Тоже так, сейчас заведется она? Или ключ не найдет? Так. Вообще, нет, не видит. Хотя ближе, вот сейчас нашел вроде. Да? Угу. Да не, Надь, я тебе. Так, пробег 92 838 километров. Это с кольцом, наверное, да, ездили?
Наверное. Видите, такие замечательные вещи. Я даже на кольца ношу. Угу. В коробке замечаний нету. Сиденье тоже в хорошем состоянии все. Зимняя резина есть, но она на даче ее вести, если что. Угу. Тут, в принципе, ничего, пластик не затертый. Все отлично. Кондиционер все работает. Ну, только хорошо. Ну, меня только вот смущает то, что по движку звук есть, да? Да, и то, что масло подтекает. Угу. Ну, в подъезде что-то там есть, то, что это, скорее всего, или амортизатор, или что-то, да? С той стороны, с правой. Да. Когда приезжаете, вот так вот, глухой звук. Тут просто вопрос, там, как говорится, с мужем обсудить, по торгу, не по торгу, опять же. На устранение косяков там и так далее. Ну вот и вопрос, это надо вообще поднимать, смотреть, просто откуда масло течет. Опять же. Я вижу, что из, ну, где привод граната оттуда, а может еще откуда сочиться, потому что там сбоку выше идет масло. То есть опять же надо смотреть уже. А защиту снимать, подъемник поднимать и уже смотреть. Что подъезд, если что-нибудь еще там будет. Надо посмотреть, и за это уже. А, вот сейчас это, не ты, да? А, так вы же ему сейчас звонили, да? Просто можешь спросить сразу, по торгу, не по торгу, вот, да. Чтобы так более понимать. Так, фар хороший, здесь видно то, что вот слезает. Звонит раз переднего. Что у нас еще? Подвижку вот есть. Сколько с этой стороны? Наоборот. Давай как-нибудь на следующий сидеть. Все. Вот это наверное. Так. Сейчас покажу, что там. Это если будет видно. Фонарик далеко убрали? А я не знаю тоже. Что у нас? Это масло. Нужно посмотреть сейчас еще. С этой стороны у нас все сухо. А по сервису, что он говорит, если гнать, не гнать, поднимать? Ну, он когда будет, на обычный. Ага. Да, просто маслица там так хорошо бежит. Да? После понять откуда. Где? С той стороны. Сейчас руль выкрутить в другую сторону. Так, сейчас, подожди. Ну, там вот видно, не, подожди, даже не оттуда смотри. Там видно, видишь, где привод. Вижу. Вот, отсюда видишь, вот тут вот смотри. Вот. Вот здесь больше даже видно, отсюда. Оно вниз стекает, вот вопрос, может, даже не из-за привода. Вот, вот он, вот туда вот смотри. Видишь, маслица. Там свеженькая. А ты рукой не трогал? Не. Что трогал именно? Это масло, ты уверен? Да, конечно. Там понять, откуда я сошел, ты что? Ну да, это масло. То есть, может, как говорится, какая-нибудь прокладочка мелочная, которая там более 500 тысяч стоит, а может и нет, то есть, просто понять. Все, немножко. Слушай, а где здесь помпа? Помпа, вот, слушай, по мазде, вот это я вот не помню. Вот здесь она же здесь, где ролик. Скорее всего, с этой стороны есть, да. Может быть, где-то есть подсоплярить, нет? Просто его не видно на грязный.
Ну хотя бы он капал, это масло, наверное, оно же не капает. Не, я стал логичнее. Слушай, больше нигде ничего не течет, там ты и делал, только видишь, в одном месте. Здесь надо подушку, короче, снимать, смотреть. Ну да, и смотреть. Ну это херня, мне кажется. Ну, в смысле, это понятно, что... Ну, я не к тому, что это криминальная такая. Не, ну понятно, больше в другом месте нигде ничего нету. Само собой, ничего такого серьезного. Оригинальная маркировочная табличка. Номер. Сейчас проверяли. Проверяли, смотрели. Какой-нибудь сраный ролик крепится через какую-то крышку, но прокладку. Ну, скорее всего, не прокладочка какая-нибудь, просто день, такое, да. Ну, просто само случай, что это смотреть надо, найти это. Просто тоже, да. Да, это пока подушку не снимешь. Ну, да, то есть тоже не морозно. Подушка двигателя. Вот это. Вот это. Ну да. В остальном. А сколько она в объявлении? Вот мне сейчас самому вспомнить в том-то и дело. Он сказал, ну, двадцатку. Я просто сегодня уже не первую смотрю в том-то и дело. Все у девушек. А где они? На автору? Да. Какой порядок такой вообще? Так, вот немножко жвачка. 500, 600, сколько они стоят-то? 300, блин. 600 плюс-минус. А, сколько 600? Это стоит именно? Да. А, ну там 600 с копейками, то есть, там 620, 630, что-то такое. Ну, наверное, 620 стоит, да, он до 20. А, ну вот где-то так, в такой цене. Так, ну, в принципе, машинки так снимать. Прогорели. Фонари, болезнь мазная. Так, крышка у нас задней не красилась. Ну, то есть, значит, красилось два крыла, две двери, три двери. То есть, две по той стороне и одна вот здесь подкрашивалась. И все, в остальном, в принципе, все окей, кроме двигателя, блин. Коробка работает отлично. По движку есть вопросы. Ну, пойдем дальше смотреть, проверять.